Привет, друзья! Сотрудники госпропаганды не сидели без работы на прошлой неделе. Они подготовили для зрителей очередную порцию фейков. Давайте их разберем. Поехали! Как вы знаете, по инициативе Светланы Тихановской был создан Координационный совет, орган, задача которого – мирным путем обеспечить переход власти в Беларуси. Сейчас из членов его президиума на свободе остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич. Разберемся, как так вышло. Задержаны трое представителей так называемого Координационного совета оппозиции. Примерно в 4 утра Мария Колесникова, а также два ее ближайших соратника – Иван Кравцов и Антон Родненков. Они организовали прорыв через белорусско-украинскую границу. Однако, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащим органов пограничной службы. Колесникову фактически выпихнули из транспортного средства. Ее то ли выбросили из машины, но на ходу. Сами выбросили. Да, ну там они втроем были. Кто их мог, ее мог выбросить? В ходе осмотра места происшествия правоохранителями обнаружен мобильный телефон одного из бежавших, на котором имеется запись, сделанная прямо накануне отъезда. Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время. То есть, по версии белорусских властей, 8 сентября в 4 часа утра Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков прошли белорусский погранконтроль на белорусско-украинской границе. Затем на нейтральном участке дороги до украинского пункта пропуска встретили белорусский пограничный отряд, испугались, ускорились, на ходу вытолкнули Марию из машины и выбросили телефон Ивана, на котором обнаружилась видеозапись с его намерением покинуть Беларусь вместе с Марией Колесниковой. Давайте по порядку. На записях с камер видеонаблюдения мы видим, как у погранпоста стоит машина, которой наклоняется пограничник. Нет ни единого кадра, на котором можно было бы разглядеть Марию, Ивана или Антона, чтобы аргументированно подтвердить, что это именно они сидят в машине, которая пересекает границу. Сравним версии государственных СМИ и самих членов Координационного совета относительно этой истории. Вот что говорит Лукашенко о задержании Марии Колесниковой. А можете поподробнее рассказать, что с Марией Колесниковой? Где она? Задержали ее? Не задержали? Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое их, не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, они сегодня бежали в Украину. И у них документы, все было оформлено заранее, они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами, не зря, наверное, туда поехали, ну, наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине, за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам ее то ли выбросили из машины, но на ходу. Сами выбросили. Да, ну там они втроем были. Кто их мог, ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, как старый пограничник, это говорю, и отправили в отряд пограничный. А вот что про это говорят члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков. И в этот момент появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднее сиденье. Причем предварительно в заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются, ее затолкали, закрыли, она не могла выйти, она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и
вышла через, через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. По словам сотрудников, не знаю, правоохранительных органов или спецслужб, моя задача была, как только Мария Колесникова сядет в автомобиль, немедленно нажать на газ и со всей скоростью, скажем так, поехать в сторону украинской границы. Естественно, ну, я эту задачу, к сожалению, провалил. Я не стал очень быстро передвигаться. Я дал возможность Марии Колесниковой покинуть автомобиль. Как происходило само пересечение границы? Вся колонна подъехала к пункту пропуска где-то за километр. Нас поменяли машинами. И меня посадили за руль собственного автомобиля, который один из сотрудников спецслужб сам доставил от центра города Минска до границы. То есть я в нем не ехал. Меня посадили и сели еще два сотрудника спецслужб со мной. У них были паспорта Родниковой и Колесниковой. Мы подъехали на белорусский пункт пропуска. Пограничник подошел, посмотрел паспорта, посмотрел на мужчину лет 45, посмотрел на паспорт Колесниковой и сказал: «Да, Мария, спасибо». Посмотрел на мужчину лет 50 и на паспорт Родникова, сказал: «Да, Антон, спасибо». Посмотрел на мой паспорт и сказал: «Всего хорошего». То есть под видом Марии Колесниковой и Антона Родникова перемещались сотрудники спецслужб. Пограничник не обратил на это внимания, это надо понимать. Мы переехали на нейтральную территорию, сотрудники вышли и ко мне начали подсаживаться. Сначала Антона, потом Марию Колесникову, ну, про это вы уже слышали. Как я понимаю, Марию Колесникову тоже привезли на микроавтобусе, в котором она ехала, серебристый Mercedes Sprinter большой. Вот, ее также через границу привезли на нем, судя по всему. Значит, в этот момент в ходе всей дискуссии и в ДФР, и после, когда мы двигались колонной, сотрудники, вот, которые не представились, но которые вели большинство переговоров, достаточно часто и двусмысленно намекали на то, что Мария волнуется. Они говорили, цитата: «У Марии панические атаки, Марию нужно успокаивать». Это вызывало у меня тревогу, но как только я услышал первые слова от Марии, когда ее вели, я сразу понял, что Мария находится в прекрасной форме. Мария была, как всегда, бодра, она была приподнята духом, в ней чувствовалась энергия. И, ну, то есть сразу стало понятно, что нас пытались тоже, на нас с Иваном повлиять, создать впечатление, что как будто бы Мария в чем-то сомневается. На самом деле, последующие действия Марии четко показали, что никаких сомнений и желаний покидать Беларусь у нее нет. Но подождите, Лукашенко же заявил, что украинцы их задержали. Как они могут давать пресс-конференцию? А эти через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули. Да, то есть когда мы приехали на уже украинскую сторону, мы, соответственно, в свою очередь дали комментарии и представителям СБУ, и представителям пограничной разведки, и представителям пограничных войск, рассказали все, в принципе, то, что мы сейчас говорим. Вот, поэтому те заявления Александра Лукашенко, в котором он говорит, что мы были задержаны, ну, они, наверное, отражают, насколько он информирован в том, что происходит, насколько хорошо налажена коммуникация между пограничными службами двух соседних стран. После того, как мы покинули пограничный пункт, мы, собственно говоря, направились в Киев. К слову, вот что заявил заместитель министра внутренних дел Украины после инцидента на границе. Мария Колесникова совершила, по нашим данным, мужественный поступок, который не позволил юридически белорусским спецслужбам выбросить ее с территории Беларуси. Поэтому заявлено, что ее задержали при якобы попытке покинуть территорию Беларуси. Она не хотела покидать территорию Беларуси. Она сейчас задержана белорусскими спецслужбами. Но как же видео, где Иван Кравцов говорит о том, что собирается вместе с Марией Колесниковой покинуть Беларусь? Да, видео – это тоже интересный момент. Сотрудники, которые были со мной, они требовали записи видео. Они предложили, там такой текст, конечно, свой вариант текста, но мы все-таки согласовали более нейтральный. Сели со мной в автобус, где-то 5 человек, они меня отвезли в лес. Ну так, километра 2 от того, где стоят автомобили. Один человек в костюме держал диодную лампу, а второй человек в балаклаве и в камуфляжной форме подал мне селфи-палку с телефоном. И мы под контролем еще двух замечательных людей сделали несколько вариантов записи. В принципе, запись это в какой-то степени отражает правду. Да, беседа была, да.
было принято решение, конечно, с учетом многих факторов, покинуть Республику Беларусь, но Мария Колесникова, разумеется, не покинула, как известно, территорию Республики Беларусь. Хорошо, но почему именно Украина? Это мне сегодня сказали, но почему в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут, а говорят, там кто-то из родственников. Ко мне потом подходил человек, спрашивал, какие у меня шенгенские визы есть. У меня есть, к сожалению, только эстонская шенгенская виза. Это означает, что я не могу въехать ни в Польшу, ни в Литву сейчас в связи с новыми правилами, которые действуют в связи с коронавирусом. И, скорее всего, это Украина оставалась наилучшим из всех вариантов, которые были у сотрудников спецслужб, куда нас можно отправить. Потому что ни в Польшу, ни в Литву нас отправить не могли. У нас с Иваном не было национальных шенгенских виз этих стран. Полная версия пресс-конференции есть по ссылке в описании. Там Иван и Антон раскрывают подробности их задержания утром 7 сентября в Минске, как их держали сотрудники спецслужб до вечера понедельника, а затем повезли на границу с Украиной, где и подсадили к ним Марию Колесникову. Итак, Мария действительно порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Сейчас она находится в СИЗО в Жодино. С ней есть связь через адвоката, и она подтвердила слова своих коллег о попытке насильно вывести ее за границу. Также Мария обратилась в Следственный комитет Беларуси с требованием возбудить дела в отношении задержавших ее сотрудников силовых ведомств, которые угрожали ей убийством и лишением свободы на длительный срок. В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут, живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала реально. Сейчас Мария Колесникова обвиняется в призывах к захвату власти. В версии госсми много нестыковок. По какой причине Марию Колесникову задержали после того, как она беспрепятственно прошла пограничный контроль и днем ранее к ней не было никаких претензий? Этот факт подтверждают власти. А мы их задержать не могли. Они ехали легально по документам. Для чего Кравцову и Родненкову понадобилось якобы выталкивать ее из машины и выбрасывать телефон с видеозаписью Ивана Кравцова? Почему нет ни одной видеозаписи с пограничного контроля, на которой было бы видно Марию Колесникову, Ивана Кравцова и Антона Родненкова? Итак, охота на координационный совет продолжается. Напомним, до этого был задержан Сергей Дылевский, глава стачкома МТЗ, который сейчас находится под административным арестом. Против Лилии Власовой возбуждено уголовное дело. Вслед за Светланой Тихановской из страны вынужден был уехать Павел Латушко. Ольгу Ковалькову вывезли насильно. 9 сентября был задержан еще один член Координационного совета, юрист Максим Знак. Сейчас из 7 членов Президиума Координационного совета на свободе остается только писательница и Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич. В ее подъезд пытались проникнуть силовики, но журналисты и европейские дипломаты воспрепятствовали попытке задержать Светлану. Извините, я вас не пускаю, потому что мне с самого утра тут призвонят, и меня предупредили, что там два бутика без номеров и куча стихарей. Так что вот так. Послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии и другие представители дипломатических миссий находятся попеременно в ее квартире. Светлана дала понять, что не собирается покидать Беларусь, хотя у нее есть для этого много возможностей. Ясно одно – власть действует методом террора, нарушает закон и даже не успевает придумать правдоподобные объяснения происходящему, чтобы оправдать себя. Мы будем продолжать разбираться в фейках, которые производят наши госсми. А вы не забывайте показывать наши видео членам семьи и знакомым. Помогайте им разобраться в том, что происходит. Распространять правдивую информацию о происходящих событиях – это посильный вклад в будущее свободной Беларуси, который может сделать каждый из нас. До встречи в следующем выпуске. Разбуры, турмы, муры, барахнешь свободу.